здравствуйте. Мы бы хотели пригласить вас на презентацию пылесосов. Пылесосов? Да, в Нью-Йорк. Say no more. Говоря о технологиях, мы обычно подразумеваем электронику, смартфоны, ноутбуки, компьютеры и прочие гаджеты. И сегодня в Нью-Йорке компания Dyson представила два новых устройства, способных облегчить вашу жизнь и сделать вас здоровее. Это новый супер навороченный батарейный пылесос, которым ваша уборка станет практически развлечением. И устройство для очистки воздуха, способное сделать вашу квартиру по-настоящему безопасным местом. Серьезно, я сейчас, наверное, повторяю большинство других блогеров. Специально не смотрел ролики Вилса и тех, кто еще был в Нью-Йорке. Но этот пылесос впечатлил меня сильнее, чем любой смартфон за последние 10 лет. Так сильно, что я делал это видео 2 недели, сорян. Совершенно космический вид, высокие технологии, маленький супермоторчик и, конечно же, цена, о которой лучше вообще не вспоминать. По сути, это технологии будущего, которые со временем станут все более доступными. Люди постепенно, хотя и медленно, переходят на пылесосы на батареях. Кто попробовал раз, уже к проводному, скорее всего, не вернется. Это модель обновления предыдущей, которая называлась V8. Основные отличия от предшественника – новый мотор и прямоточная конструкция. Воздух теперь движется по прямой и сразу попадает в фильтр. Моторчик весит всего 125 граммов и способен вращаться со скоростью больше 100 тысяч оборотов в минуту, создавая мощность всасывания воздуха, сравнимую с огромными проводными пылесосами. Воздух в трубе разгоняется до 190 км в час, прежде чем попасть в сложную систему циклонов, которая осадит весь мусор и пыль внутри контейнера. Мотор управляется сложной электроникой, которая учитывает кучу параметров, вплоть до давления окружающего воздуха, чтобы обеспечить равномерную всасывающую силу и максимально эффективно использовать батарею. Еще одна фишка данного пылесоса состоит в том, что Dyson удалось разработать специальный блок управления батареей, который позволяет ей полноценно отдавать мощность на всем протяжении цикла заряда. То есть нет этой фишки, что у нас в начале пылесос работает гораздо мощнее, а в конце начинает сдавать, потому что батарея подсаживается. Нет. Они меняют токи напряжения таким образом, чтобы выходная мощность была постоянной за все время использования батареи. Система фильтра улавливает частицы размером вплоть до 0,3 микрона, что позволяет отсеивать не только видимый мусор и пыль, но и 99,97% аллергенов. Процесс очистки пылесоса максимально простой, контейнер достаточно вместительный, чтобы собрать мусор по всей вашей квартире, и чтобы его почистить, достаточно сделать вот так. И я рассыпал весь мусор, который только можно было. Емкость достаточна для уборки даже большого дома, а очищается она крайне просто. Контейнер также легко можно снять и помыть. Весь девайс весит 2,7 килограмма с самой тяжелой насадкой. Интересно, что большая часть массы сосредоточена в этом блоке, за который вы держитесь. Это было сделано для того, чтобы пылесос легче было поднять и почистить что-нибудь не на полу. Ну и в целом такое распределение массы с точки зрения Dyson более комфортно для пользователя. Презентация не целиком была посвящена пылесосу. Второе важное для Dyson устройство, которое анонсировали сегодня, это очиститель воздуха. Это новая модель, это не целиком новое устройство, это просто новая модель развития уже существующих технологий. И это, по сути, вместе с пылесосом устройство, которое дополняет друг друга. Пылесос отвечает за то, чтобы было чисто у вас на полу и на всех поверхностях, а это устройство отвечает за то, чтобы вы дышали по-настоящему чистым воздухом. Еще один Uber-девайс, который должен позаботиться о чистоте воздуха, которым вы дышите. Такая машина, во-первых, станет украшением любого интерьера, а во-вторых, может удалять из воздуха самые мелкие частицы, вплоть до вирусов и аллергенов. Есть две модификации очистителя для напольной и настольной установки. Располагать такое устройство лучше всего в помещении, где семья проводит наибольшее количество времени, например, в гостиной или на кухне, где он поможет избавиться также и от неприятных запахов. Уборка – это весьма скучный процесс, который никто из нас не любит. И я не могу сказать, что с таким пылесосом вы ее полюбите или она вдруг станет супер увлекательной. Но уж точно будет гораздо более простой.